В Москве с декабря 2020 года проводится массовая вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты открыты в 100 городских поликлиниках. Также работает 48 выездных точек в торговых центрах, флагманских офисах госуслуг и других общественных местах столицы. Свыше 800 тысяч горожан полностью завершили вакцинацию. И уже более миллиона человек получили первый компонент прививки. У москвичей сегодня есть уникальная возможность бесплатно привиться от коронавируса двумя способами. Это можно сделать ближе к дому в одной из 100 городских поликлиник по предварительной записи. А можно пройти вакцинацию и без всяких записей, и даже не по месту жительства. К примеру, посетив театр «Геликон Опера». По инициативе его художественного руководителя Дмитрия Бертмана в театре впервые развернулся мобильный прививочный пункт в стенах немедицинского учреждения. Это очень удобно. Во-первых, люди не испытывают стресса от посещения медицинских учреждений. У них отсутствует страх заразиться каким-то другим заболеванием, помимо ковида. И они приходят в расслабленной обстановке. Зачастую они совмещают прививку с походом в театр на спектакль, поскольку пункт открыт с 10 утра до 9 вечера. Кроме того, все больше выездных прививочных пунктов появляется в крупных торговых центрах. Самый первый из них открылся в ГУМе. Мобильные точки есть и во всех 6 флагманских офисах «Мои документы». С февраля к этому списку добавился пункт вакцинации на ВДНХ у главного входа. Место очень популярное, работает и в выходные, и в праздники.